Прайсуха резвится с сыновьями. Брайс, аккуратно! Аккуратненько, Брайс. Брайс, аккуратно. Под жопу носа может только дать и все. Вон тому, кто что-то жрет. Ну-ка, фу! Фу! Что там, листики? Нельзя! Вон, учитесь у папки колесико поднимать. Смотри, не придави их. Парни, вам не холодно? Где еще парни? В коридоре. А другие парни с девчонкой терзают коврик на веранде. Не, Брайсуха отличный папаня. Аккуратно. А ну-ка, фу! Что там такое медом намазано? А ну, что тут такое? Травка? Слышишь ты, корова травоядная. Вкусная трава. У кого ухо начинает становиться одно? Младшенького Брайса? Вот, копия Брайсик будет. Такой же Брайс вот был в детстве. Точно такой. Только у этого рыжий нос. Такой же сбитый пацан. Где все? Я не понял. И что-то я их порастерял. Брайс, собирай детей. Уже в зубах что-то таскает. Но... Забирайте, что у него в зубах? Что ты такое? Что ты взял? Деревяшки кусок, да? Не взял я стабилизатор, так что изображение чуть будет дрожать. Извините, пожалуйста. Ой, слышу, там что-то тапочек. Или что, они уже вытащили с веранды. А что мы тут делаем? То бандюган такой. Мой любимчик рыжежоп. Ай, на ручки, на ручки, на ручки. Кто на ручки хочет? Кто на ручки хочет? Хотите на ручки, да? Нечего приучать. А это что уже? Вредина. Ты что делаешь? Коврик ешь? А? Афина? Ну, грызи, грызи. Грызи, грызи. Пошлите со мной. Ой, раздолье собакам. Кто напал на папу? Афина напала на папу? Нападун! Yeah.
Брать свое колесо забирают, представляешь? Аккуратно. Брась, ты неравнодушен к своей копии, да? Аккуратно. Тихонечко, Брась, тихонько. Брась, аккуратно. Чё, наделал? Вот воспитывай теперь. Не будь кукушкой. Ну что ж вы там всю эту траву грызете? Что вам тут? А вот копия Брайса, вот тот он рыженосый, который копия Брайса, он вообще такой одиночка, он всегда один. Редко очень играет с другими щенками, да, с Брайсом в основном играет. А так он один ходит, возьмет какой-нибудь камень в зубы и носит. И просто носит камень в зубах. Или кусок кирпича, какого найдет, носит. Не грызет ничего, просто носит. Он, наверное, пришел к выводу, что время собирать камни. Я так думаю. Отойдите отсюда, там папа метил. Ребята, сейчас кушать идем. Май месяц, такая холодина, ой, ужас. Малышей на ночь домой забираю, потому что ночью очень холодно еще. Хотя могли бы и спать, но лучше пусть дома в тепле. Дом большой, хватает места. Какают они, ходят уже на улицу, молодцы. Иногда только там в загоне на веранде там по маленькой нужде сходят и все. Но по большой всегда на улицу. Молодцы. Брайс, аккуратно, это же девчонка. Да не бойся ты. Брайс, не пугай Афину. Брайсуха, колесо забрали. Все. О, папка показал, буду тоже таскать колесо. По твоим стопам, Брайс, идет, малыш. Что за бойня? Ну-ка, успокоились. На ручки пришел. Так, отошли отсюда! Быстро! Пожелчик по жопе! Не кусай меня за куртку. Ты что делаешь? А? И ты прибежал. И ты прибежал, да. Медведь прибежал. Вот это медведь. Самый первый родился. Брайсик, аккуратненько. На шее покажи. Царапка. Ты весь поцарапан, да? Конечно. Мы же воюем за мамину сиську. Да? Кто успел тут и присосался.
Два брайсухи. Так, а где Фина? Ну, один кто-то воюет на веранде, это рыжежоп. Любимец мой. Так, а где Афина? Я не понял. Афина! Не, брать молодец. Ой, умница собака. Ай, молодец. Ты головой его там не придавливай. У тебя башка одна весит. Черт знает сколько. Вот такой маленький ролик. Пойдем кормиться. Да уже и как бы холодно. А что мы там землю едим, а? Что мы тут землю едим? Не хватает? Я тебе поем. Еще стирки тут после малышей. Ну что, пойдемте. Не грызи носок. Пойдем и кормиться, ребята. Афина, ты что тут делаешь? Опять грызешь резиновый сапог? Дай посмотрю в твои бесстыжие глаза. Дай посмотрю в бесстыжие глаза. Кто грызет сапог? Ой, какая сама невинность. Сама невинность. Я папа, я ничего не грызла, прости меня. Вон бутылку иди погоняй. Все, ребята, будем прощаться. Жмем пальчик вверх. Подписываемся, кто не подписан. А мы пойдем кушать. Спасибо.